Зарплату не поднимут. Что есть, не отняли бы. Сосед, сука, по ночам ремонт делает. То сверлит, то стучит. Жену он твою сверлит, Терехов. Что ты сказал? После работы бодаться будете. Завод банкротить будут. Работаем до конца месяца и все. Сейчас денег нет. Появится, выплачу. Вот так. Нагреть его надо. В машине охранник и водитель, он сзади. Дорога к вечеру пустая. Блокируем двумя КАМАЗами. Берем его. Везем сюда. Он звонит своим шавкам. Нам деньги привозит. И Ташкент. Делаем так. Возвращаюсь с деньгами. Ухожу вместе с ним. Складно? Ты же ментов не привел? Штурм. Я что тебе сказал делать, Скотт? У вас никаких шансов не будет. И никаких вариантов. Я ведь тебя понимаю. Тяжело, работяга. Ну и гляжу, как ты слезами залился. Всегда 300 человек на улице выкинул. А где живут? Знаешь? Мужики, да ладно. Ну а бабы с детьми тут при чем? Где справедливость? А нет ее. Справедливости.